Всем привет! Сегодня хотелось бы показать, как выглядит самая обычная пожарная часть в городе Стамбул. Днем это здание выглядит современно и ухоженно, но самый интересный вид оно приобретает в темное время суток, как только начинает смеркаться и включается освещение и подсветка здания. Оно становится похоже на какой-нибудь музей или иную достопримечательность. Paralı götür. Öyleydi de zaten. Karabaz değil. Kablo sağ, ben de var Ali. Adem. А вы бы могли понять в ночное время суток, что это действующая пожарная часть, а не здание, в котором проходит выставка пожарных машин? Нас оно впечатлило.
Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. До новых встреч!